очередной шедевр в перетяжке мебели. Шедевр в кавычках. Такую вот я визиточку придумал. Антиплагиат. Такой вот, казалось бы, простой диван. Но разбирал не я. И задолбался, блин, собирать. Вот так он секциями раскладывается. Отдельно. Не очень удобно. А может быть и удобно. Вот так раз получается, как угловой диван. Все очень плотно ходит. Я не знаю, какая ткань здесь была. От ткани тоже зависит много, как бы, статическое электричество в ткани, вот это трение, оно каждый день, если складывать, раскладывать, задолбаешься этот диван. А так вот удобно. Раз, вот, допустим, вокруг стола собрались втроем. Такой вот диванчик. 13 сентября. Не очень тяжелый день. Понедельник, 13. Еле закончил этот диван. Хотя я его должен был с утра сдать. Время уже 4 вечера. Оценивайте, пишите комментарии. Спасибо.